Дорогие друзья, наш вечер сегодня полон красок и сюрпризов весенних. Я нашла очаровательных девушек, просто фей сегодняшнего вечера. Девушки, представьтесь. Меня зовут Гузяль. Меня зовут Розалия. Чем вы здесь занимаетесь? Сейчас мы встречаем гостей. У нас они активно сейчас приходят и помогаем им сориентироваться в зале. Ну, я думаю, все это для создания весеннего настроения. Ведь концерт «Весенняя феерия», так? Да, так. Я думаю, что мы все также будем танцевать вместе с нашими прекрасными танцовщицами. Будем им помогать. И также весело встречать гостей с улыбкой, с танцами, с песнями. Поэтому все будет просто на высшем уровне. Я уверена, все будет хорошо. Но вопрос к вам. Как вы думаете, что нужно для того, чтобы поднять настроение, оно было всегда хорошим? Достаточно хорошей музыки, веселых танцев. Естественно, каждый в какой-то степени сам создает себе хорошее настроение, и мы в этом им помогаем. Вы любите весну, и, может быть, за что? Да, я люблю весну, потому что она приходит после зимы. Можно снять с себя всю эту одежду теплую, тяжелую. Можно уже одевать платье весной. И скоро лето, и поэтому я люблю весну. Скажите, а чем вы еще занимаетесь? Может быть, интересно что-то из жизни? Я занимаюсь танцами. Я также танцевала с коллективом Nelly Dance. Но на данный момент, к сожалению, я этим не занимаюсь, поскольку работа не позволяет. Вот. А так, песни, пою в караоке. Мое хобби. Вопрос к вам такой же. На самом деле, очень много сфер, в которых я активно действую, можно сказать. Я также занималась танцами, в какой-то степени модель. И, в общем, у меня все и сразу. Стараюсь быть активной. Талантливый человек, талантлив во всем, верно? Ну и давайте пару слов красивых, весенних, хороших пожеланий нашим организаторам сегодняшнего вечера. Мы желаем, чтобы концерт прошел на ура. На ура, да. Все остались довольны. Нелечке желаем, чтобы она не нервничала, чтобы все было хорошо. Мы тебя любим. И всем гостям желаем прекрасного настроения и улыбок. Улыбок и весны нам в сердцах. Да. Спасибо, девушки, огромное за красивые слова. Вы сегодня действительно создаете настроение вечера. И пусть навсегда будет таким красивым и весенним. Спасибо. Спасибо.